Ну, меня, в общем, интересовала всегда психология, но когда закончила школу, во-первых, в Ташкенте был как-то там, в общем, не всегда был набор на этот факультет психологии. Во-вторых, в общем, тогда было не очень понятно, что с этим делать, потому что, ну, кто такой был психолог, да, был как такой у всех устойчивая ассоциация, это тот, кто работает в клубе для тех, кому за 30, да, ну, вот что-то такое было, да, непонятное. И поэтому я выбрала филологию, лингвистику, в общем, о чем совершенно не жалею, потому что, ну, мне кажется, психология — это вообще та специальность, которую не очень разумно получать в молодом возрасте. Ну, если ты заканчиваешь 22 года этот психфак, и по большому счету, ну, что ты можешь людям дать, что ты понимаешь про жизнь, про семью, про отношения, если только в науку идти, там, в исследования какие-то такие, да, а как практик, мне кажется, это ни о чем, да, то есть все-таки психологическое образование — это как раз то образование, которое желательно получать как второе, да, или третье, четвертое, не знаю, ну, в более зрелом возрасте, имея какой-то жизненный опыт за спиной. Поэтому я совсем не жалею, что это у меня получилось позже. Там, ну, отдельный вопрос, что в России вообще нет пристойного психологического образования, просто в силу того, что отрасль долго была в таком загоне, да, и вот то, как нужно учить, да, не учат.